Друзья, приветствую вас на канале. Сегодня 23 октября 2021 года. Мы в Шульговском лесу, Днепропетровская область. Сегодня безветренная погода, плюс 12 градусов. Мы из Днепра выезжали, было плюс 12. И в Шульговку приехали около полседьмого утра. Также 12 градусов тепла. И ночная, и дневная температура не очень отличаются, но в лесу суховато. Посмотрим, что сегодня можно найти. Да, вот первый подосиновик. Я уже нашла несколько зеленушек, несколько маслят мы нашли. Но маслята оказались червивыми. Так, подосиновичек хороший. Угу. Так, рядом больше ничего так нет. Рядышком есть. Три. Да. Прикладывать их сильно. У них есть. Ну, главное, зеленушку не забыть. Так, ну ладно, будем искать. И вот на этом же болотце раз. Вот он сидит. Вот второй. И вот там вот побольше шляпка такая. Да-да-да. Забирай. О, супер. Угу. Ты посмотри, как они сегодня в листьях прячутся. Ух, красота, угу. Какая вообще необычная. Угу. Малышей заберу. Не такие, что ты малыши, я хочу тебе сказать. Смотри, какой. Ну да. Вроде бы небольшая не шляпка. Ну и на том спасибо. Так, вот у нас уже. Классно. Да. Да. Вот я вижу один у себя под ногами. Вот такая шляпка. И вот с этой стороны яркая шляпка. И здесь, похоже, один. Да, 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 да. Только такие шляпки маленькие. Вот еще. А, тут даже два. И видишь, опять-таки, видишь, один размер. То есть больших нет и совсем маленьких тоже нет. А. Да. Они идут в рост. Немного природы. Не все же показывает сбор грибов. С маслятами, кстати, напряженка. Они есть такие редко, но червивые. Старенькие. Ну вот маслята как бы волна отходит. Дождик хороший пойдет, то мусляна, я думаю.
Сегодня вообще ни ветерка, тишина. Сначала нашла бледную поганку, а сейчас вот вижу, две шляпки торчат. Вот. В противоположной стороне раз и два. Сейчас одену перчатку, не хочу руку вымазывать, сейчас еще поищу, может где-то есть. Так, все готово. Ого, глубоко сидят. Вон какой двойной, слившийся в один. Так, и второй забираем. О, ножка хорошая, тоже глубоко сидит. Надо его хорошенько расшатать, крутануть. И вот такой пухляк. Так, сейчас еще глянем, может что-то найдем. Нет, похоже, все. Так, идем смотреть найденные грибы. Самые легкие, а не видели. Но посмотрите, такая наваленная. Пока не видно. Краешек, да, да, да. Краешек такой. Выглядываем. Несколько штук должно быть, судя по размеру кучки. Да, да. Самые большие на сегодня пока. Красота. Сейчас сфотографирую для Инстаграм. Убрала я лесу. Вот еще один маленький совсем. Ну, нам зрители писали не оставлять осенью маленькие грибы. Послушаем совета. Ну какой чистый, классный. Два паука сидят. Ой, тут сколько должно было быть маленьких, но вот они, похоже, нет сил у них. Вот эти подзасохли. И тут еще маленький должен был быть. Так. Вот еще один увидели. Но это мы уже на другое болото перешли. Ага, вот вижу один. Думала, потеряла. Ну и все. Да. Ну сегодня вообще как-то маловато грибов. Не уверен? Ну, по-моему, вроде говорит. Ну тоже, если в листве, не поймет. Да, точно. Вроде это, он. Кстати, он что-то разрыл там. Угу. Видимо, были на днях, собирали. Мало ему что-то когда. О! Четыре штучки. Далеко? Метр полтора. Сейчас тут еще надо глянуть. Ну, вроде здесь больше нет. Есть, да? О, приличный. Развалился. Что-то два, но как-то они что-то каким-то пропеллером. А, вот так вот он был. Рос. Угу. Такая хитрая комбинация. Увидела я подосиновик, но мне кажется, это переросток. Сейчас посмотрим. Такой же цвет шляпки у него. Угу.
Да, такой же переросток. Ну, заберем, посмотрим, обрежем. Может, что-то из него получится здесь, хотя бы ножка. Так. И еще парочку с этого болота. Больших. А, три даже, во. Четыре. И четвертый малыш. Там, есть? Там ведра. Туда пробираться надо? Не, ну тут сразу, в принципе. Что это дело? Вон там, в самом середине куста. Вот отсюда лучше зайти. А, вижу, да. Хотя, наверное, он там сейчас переплелся с этими корнями. Надо пока все, уже потерял. А, вот, все, вижу. Ой. Не списалась. И тут еще вижу. А, еще есть? Да, ну тут что-то такое непонятное. То ли оно, то ли не оно. Это-то точно оно. Ну, этот легко было достать, он такой. Ну, это как-то на поверхности. Держи. Сейчас я гляну, что вот это такое. О, он треснул просто. О, видишь, он какой. А, так он старый? Ну да, он старый. Так что оставляем его здесь. Да. Большое болото, сейчас его обойдем. Дождик капает, такая мрячка. Вон там же ясное небо. Угу. Я четко по прогнозу 20%. И вот приехали мы на то же место по зеленушкам, что и в прошлый раз. Это самая большая грибница по зеленушкам, которую мы знаем. Тут, наверное, маленькая, да. Знал бы грабельки. Знал бы грабельки, да. Да ну, во, какие грабельки. Варварские, как это, какие? Большая какая тут должна быть. Даже две штуки. Так. И вот. Раз. Два. Три. В общем, целая куча. Видишь, они все небольшие какие-то. Вот большого размера зеленушек как-то я и не видела в этом году. Потому что на них еще вообще-то не сезон. Да. Зеленушка всегда попозже. Это что в этом году вот как-то непонятно себя ведет. То есть посмотрим, к чему это приведет. Крайне холода. Ну, вообще-то говорят, что да. Сошлитесь, пожалуйста, на какой-нибудь источник, на какой-нибудь профессора. Я? Да. Ты это... ко мне? Говорят. Ну, говорят. Я же не утверждаю. Две штучки.
прям одна на одной. Тут совсем маленькая. Вон сзади, смотри, не на ступне. Сзади? А, моя сучка. Добыча. Угу. Ну, удачненько сразу зашли. Сразу почистить их надо только. Сразу бац, пол корзинки. Ну да, чистить желательно. Что думаете, тонны песка попробуй. Да, так легче потом. Отмой. Вот какие большие тут зеленушки должны быть. Хотя нет. Видите, такой средненький размерчик. Сейчас здесь посмотрим. Здесь чуть-чуть побольше. Ну вот. Вот это, кстати, собрали с одного пятачка. Ну, буквально минут. За 5, за 10. Так что в этот раз конкуренции нет. На этой грибнице никого не встретили. И потому зеленушки сейчас жевалом. Сейчас эти также почищу. Вот нечасто встречающийся гриб. Называется веселка. Многие говорят, что он лечебный. Не знаю, там делают на нем настойки. Но здесь его вижу в первый раз. У него такой не очень приятный, ну как бы не то, что не очень, вообще неприятный запах. Ну вот сейчас около часа дня. И вот итог. Мы уже собираемся домой уезжать. Значит, пол большой корзины подосиновиков. Подосиновики в основном среднего размера. Вот такие. И маленькая корзинка, но сверху, видите, аж сыпятся зеленушки. Зеленушку в этот раз собрали очень быстро. Посмотрите, какую огромную мы, во-первых, нашли. Первый раз такую. Она у нас, правда, разломалась. Ну, сейчас где-то вторая часть здесь. Вот. Она просто огромная. Впервые такую встречаю. Просто, ну как, с чем можно сравнить? С тем же подосиновиком, да, с большим. Сколько она тут сантиметров? Наверное, 15, да, в диаметре. Или больше? Да нет, сантиметров 12. Так. Но не... Ну, огромная, в общем-то, вот такой средний размер зеленушки вот, да, и вот этот вот гриб огромнейший. Друзья, спасибо вам за внимание. Я желаю вам мира, крепкого здоровья, добра, благополучия и всего самого-самого доброго. Ставьте лайки, пишите комментарии, где вы были на тихой охоте, что насобирали, в каких количествах. До новых встреч на канале. Всем пока!